Нет, сегодня 8 июля, и мы находимся на испытательном поле компании Bayer Nunes. Сегодня мы вам хотим представить капусту Габриэль. Капуста Габриэль – гибрид средних сроков созревания для жарких условий. Созревание наступает на 70-75 день после высадки рассады. Растение хорошо развито и хорошо формирует головки в жарких погодных условиях. Обратите внимание, что окраска листьев сизовато-зеленая. Растение с интенсивной силой роста, и есть хороший восковой налет, что защищает растение от повреждения трипсом. Подходит для высадки весной и летом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.